представляете себя художником. Вы берете большую палитру. На белом листе появляются первые мазки. Совсем скоро начинают угадываться весенние цветы, тюльпаны. Кисти, краски и мольберт в распоряжении посетителей выставки «Творчество как образ жизни», чтобы полностью вжиться в роль художника, берет. Я очень люблю кошек, и у меня псевдоним Ная Манул, и у меня много манулов. Анастасия Морозкина рисует с 4 лет, окончила художественную школу. На выставке представлены не только манулы, но и портреты. Все работы выполнены гелевой ручкой. На одну работу уходит несколько часов, если работать без остановки. Дольше всего работать точками, конечно. У них также есть элементы акрилом, то есть это цветные элементы. Глаза, цветы, все акрилом. На выставке «Жизнь как творчество» представлено 67 работ 16 авторов. Возраст участников от 12 до 74 лет. Единой тематики нет. Объединяет всех любовь к изобразительному искусству. Мы смогли объединить и опытных художников, и молодых художников. Их работы абсолютно разные. В чем фишка еще? Мы не остановились на одной теме. Каждая картина, каждая работа хороша по-своему, потому что это творчество человека, оно многогранное. Поэтому какой-то делать приз, признание какой-то картины, я не знаю, не нашла такого. От одной картины переходишь к другой работе, и все это очень замечательно и самобытно. Полюбоваться работами звенигородских художников могли все желающие. Впрочем, это не единственная цель организаторов. Важно было помочь начинающим авторам, презентующим свои проекты, преодолеть страх и неуверенность. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».